Добрий вечір. Ми працюємо, як завжди, в цей час. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. І сьогодні ми будемо говорити про захист прав споживачів і конкретні приклади, як захистити свої права. У нас в гостях виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Максим, добрий вечір. Добрий вечір. Радий вас вітати в нашій студії. Рік тому ви були у нас в Миколаєві і були з великою перевіркою. Якщо ви не заперечуєте, у нас є відеосюжет з того часу. Давайте подивимося, і наші глядачі подивляться, і потім ми поспілкуємося, що змінилось з цього часу, так? Так, я пропоную вам, глядачі, наш відеосюжет. Прострочений термін вживання, перебита дата виробництва продуктів та непридатні до вживання консерви. Такі результати ревізії в одному з найбільших супермаркетів Миколаєва. Зараз ми будемо підбивати ітоги. Я думаю, ви побачите, ситуація катастрофічна. Є як продукція Скоропорт, елітна продукція, імпортна, дорога і дешова. Всі найменування, тобто весь асортимент, в принципі, магазин, який торгує, во всіх категоріях товару присутствує іспорчена продукція, просрочена. Результат ревізії не змусив на себе чекати. Спектр непридатних для вживання продуктів варіювався від побутової хімії до алкоголю. Прострочені цукерки, молочна продукція та ще чимало сюрпризів, які загрожують життю та здоров'ю миколаївців, рясніють на полицях супермаркету. Цих двох візків вистачить, аби отруїти цілий загін терористів на сході країни. Тож чому загроза нависла саме над миколаївцями? Адміністрація супермаркету стверджує, що така ситуація виникла через нестачу персоналу. Основну роботу виконують по магазину. Це мерчендайзери торгових марок. В зв'язку з цим, виходить, те, що ви показали, це є дуже великим уроком, тому що вся ця консерва – це мерчендайзер. Ось ця пісня – це мерчендайзер. Притягнути до відповідальності несумлінних продавців практично неможливо. Звісно, якщо хтось не зазнав суттєвої шкоди здоров'ю. Покупцям залишається покладатися лише на власну уважність. Администратор должен отвечать и прослеживать. И причем в каждом отделе есть свои закрепленные продавцы. Я не знаю, они как консультанты идут. И, естественно, их задачи. Ну и, конечно, бдительность самих. Спасение утопающих, извините, пока дело рук самих утопающих. Еще наша страна, видно, не такая совершенная, чтобы мы приходили и были защищены все-таки. Чимало миколаївців дотримуються консервативних поглядів щодо придбання продуктів. Я как-то там і не сильно много й беру, на ринки чаще беру. А на ринки, по-вашому, продукція качественна? Та я откуда знаю, качественна. Ну, там хоч на вид можна как-то определить, там все запаковано в супермаркетах, що ти определиш там. На ринки там понюхати можна, а там все закрито. Принес, не знаєш, кота в мішки. Таким чином для споживача найважливішим є, щоб кіт у мішку не був простроченим, зіпсованим та небезпечним для життя. Адже понад 40% споживачів закуповують продукти у супермаркетах. Максим, я вже зауважила нашим глядачам, що цей відеосюжет знімався рік тому. Да. І така своєрідна антиреклама супермаркетам, так? Да. Так? Ну, не зовсім, ну, в принципі, це ж правда, яка не є, но просто ринки ми ще трогали також в тому году в місті Миколаєві, но сюжеті чомусь не показали. Но ринки в Миколаєві теж ужасні і не намного краще, ніж в супермаркетах, к сожалению. Будь ласка, тобто рік минув з того часу, коли знімався цей відеосюжет. Що змінилось? Чи покращилась ситуація на краще? Ну, в этом магазине стало немного лучше. Понимаете, поймите, две тележки просрочки, это говорит о том, что вообще никто ничего уже не делал. Сейчас там, я видел, проводили ребята, общественные организации тоже проверку, они там насобирали пол телеги, по-моему, просрочки или сколько. Но не две, не две уже хорошо. Из того, что вообще по Николаеву творится, ну вот я только что захотел купить мороженка, ну жарко, подхожу, я что не возьму, 16-й год сделано. Вы поймите, на мороженое хранится 10 и 12 месяцев. В тех холодильниках, которые продают, то есть мороженое, вот, которое в магазинах, они продаются всего лишь 10 месяцев. Если оно в 16-м году сделано, то оно уже больше года просрочено в среднем. И вот и на Садовой... в морозильной камере, так? Да, но все равно оно же просрочено. И выставлено на продажу. Да, год вот почти просрочено. На Садовой только что подходил. Вот в районе Чкалова, Садовой, я просто зашел в магазин. Я нашел одно мороженое, которое стоит 23 гривна. Оно не было просрочено, что меня не устраивало, 23 гривна за мороженое, а у него ДСТУ 47-35. О чем это говорит?
Госстандарт, этот ДСТУ-47-35, предусматривает, что там могут быть немолочные жиры, какие-то добавки. 47-33 – это мороженое классического варианта, которое мы привыкли, сделано из молока. Так вот, вы представьте, какие цены в городе, если за 23 гривны, там, 50 копеек мне продали какой-то химический состав, и молока там, может быть, вообще не оказаться. То есть, ну, это уже это другая тема по ценам. Звичайно, що це інша тема, але раніше були стандартні, державні стандарти, за якими вироблялись продукти. Зараз цього немає, і тому, можливо, саме тому і з'явилось на полицях наших магазинів, супермаркетів стільки неякісної продукції, як ви вважаєте? Да-да, якщо я немножко вас ввел, ну, це я виноват, раніше були ГОСТи. Ну, советские ГОСТы, по которым делалась колбаса, молочная продукция. Сейчас это ДСТУ, Державные стандарты Украины. Также есть технические условия. Так вот, государство разрешило делать по этим ТУ любую продукцию. Но они не должны быть хуже ДСТУ, то есть Державных стандартов. Но так как ТУ является авторское право, и раскрывать его они, ну, то есть могут не раскрывать, бизнес в принципе... Ну, это ТУ... таймница фирмы, да? Да, но по факту вышло, что ТУ, допустим, колбаса не просроченная, но вы ее кушаете, а она и там мяса нет. А почему там мяса нет? Она по ТУ сделана. Из чего на самом деле? Какая рецептура, непонятно. Сегодня бизнес никто не контролирует, он часто даже пишет, сделано по ДСТУ, а может написать вообще сделано по ГОСТу. А по факту эта колбаса не соответствует ни ДСТУ, ни ГОСТу, и вообще ее кушать нельзя. А насчет супермаркетов, там все очень просто. Неправильное планирование города привело к тому, что на каждом переулке оказался магазин. Продажи у них небольшие, но надо платить зарплату, надо платить налоги, надо платить откаты чиновникам. Ну все же мы понимаем, что не просто так работает магазин. Платят пожарникам, платят защите прав потребителей, ну всем платят в принципе. Вот, и выходит себестоимость... Появляется, кто берет, тому и сплачивает, так? Да, то есть зарабатывают по большому счету, ну, по большому правилу, это, конечно, чиновники. А бизнес, он всем, со всеми расплачивается, и ему надо, необходимо как-то заработать. Вот он и зарабатывает, продают просроченную продукцию, сокращают персонал, платят 3 копейки зарплаты людям, потому лучше уходят, остается... тем, куда, ну, людям уже деваться некуда, они тут работают. Но работает он не за себя, а еще за троих. А зарплата у него вообще как за полчеловека. Вот к тому и привели. Это не ДСТУ виноват. Это виноват в том, что городские власти, которые и аптек, огромнейшее количество в доме, ну, то есть вы же посмотрите, аптек, стоматологии, огромнейшее количество. Как они выживают? Они просто так не могут выжить. Им тогда надо понижать себестоимость своей работы. Втім, ціни там дуже великі, особливо у стоматологіях. Ну і качество сомнительне. Я от був на водопроводній, мені сказали, дуже хороша стоматологія в Ніколаєві. Мені повинні були зробити 3 пломби. Ми говорили об одній ціні. Я вихожу, я розумію, з'явилася складність определенної роботи, він мені виписує більше. Я, ладно. Ну я смотрю, плохим почерком написана бумажка, чек. Я говорю, а теперь расшифруйте, что за работы были оказаны мне. Она мне говорит, 3 пломбы, а сделали мне 2. Я говорю, а что это вы 3 написали? Они, ой, извините, раз, 250 гривень, мой чек стал меньше. Но я уже не могу... На хвилиночку, 250 гривень, так? До пломбы, да. Если бы вы не подивились уважно на цей чек, то... А они расчет ставили, что они мне накололи. Я замученный, 3 часа мне делали там 2 зуба. И они подумали, ну он же уставший, он сейчас уйдет, что он там подумает, за что он платил. Плюс обычным докторским почерком ужасным. Вот. А я просто говорю, расшифруйте мне, что тут написано. И мы уходим, что пломбы 3. Я говорю, их было 2. Но я не могу почитать, сколько уколов они мне поставили. А они за каждый укол мне прописали отдельно стоимость. К сожалению, в Николаеве огромнейшее количество мошенников. Я говорю, как есть. И бизнес есть хороший, но огромнейшее его количество, которое не соблюдает ни стандарты, никакой совести у них нет. И творят, что хотят. Ви таку не дуже радісну картину нарисували, що саме в Миколаєві... А це по всій країні така ситуація? Будь ласка, тоді давайте торкнемось не лише Миколаєва, а взагалі нашої країни, так? Да-да. Смотрите, що произошло? Виходить, во-первых, СЕС убивали. Сначала была санитарно-эпидемиологическая станция, потом санитарно-эпидемиологическая служба. Убивали ее планомерно во весь период существования Украины. Зачем это делалось? Разломали весь контроль санитарный,
Никто не понимает, что творится в парикмахерских, что придешь, допустим, к стоматологу, не подхватишь ВИЛ или СПИД или другую болезнь, потому что развалили санитаров. Потом пришел 2014 год, когда вообще решили, а зачем эти все санитары, ветеринары, защита прав потребителей, кому они нужны? И поставили мораторий. Mm-hmm. Что это привело? Во-первых, бизнес никто не проверял. Во-вторых, вас обманули, вот как человека. Вы пишете жалобу в контролирующий орган, который получает зарплату, а в ответ получаете, сегодня мораторий, никто за вас не заступится. То есть произошел, фактически ваши нарушили конституционные права. И за это должен был кто-то сесть. Но в стране 2014 года хаос. И мы выходим на итог, что приходит 2016 год, и они думают, ну ладно, запустим защиту прав потребителей. Ну для народа. Сделаем такую занавес дымовую. А что сделали? Сказали, мораторий убираем. Ну это же депутаты, они же все в бизнесе. И назвали не мораторий, а режим спецпроверок. Что это значит, говорю на примере. К нам обратилась девушка, мы общественная организация, мы не государство. Она говорит, помогите. Ситуация такая, купила ноутбук, она его купила, а он сломался. Она говорит, я прихожу его отремонтировать, а мне говорят, ремонт-то бесплатный гарантийный, да, год гарантии. Ну, в ней сберегается гарантийный талон. Да, говорит, но ремонт-то бесплатный, но отправка будет вам стоить $140. Она говорит, какая отправка? Она говорит, у нас товар с Польши. И теперь ваш ноутбук мы отправим в Польшу за ваш счет за $140. По закону это нелегально. Я беру все документы, вижу передо мной классическая контрабанда. Ну вы же посмотрите, вся страна завалена этой контрабандой. Техника, продукты, везут все, что хочешь. Даже БУ холодильники. Ну это никому не секрет. И выдают их как за нови, так? Ну могут выдавать, могут не выдавать. Ну контроль на самом деле нет, это несложно. И что происходит? Мы берем ее, едем с телеканалом. Она пишет жалобу в контролирующий орган. Уже прошло больше месяца, никто не вышел на проверку. Режим спецпроверок предусматривает. Вы пишете жалобу, она попадает на рассмотрение к выше, там, верхушке этой вот Держспортслужбе. Они готовят обгрунтование, ну то есть обоснование, что вам надо помочь. И отправляют на Министерство экономики или Державную регуляторную службу. А те уже решают, а можно вам помочь или не можно. А вообще надо вам помогать. На основании чего вот эти две инстанции решили, что они разбираются лучше в проблеме, чем профильный орган по защите прав потребителей государственный. И вот эта вся бюрократия занимает времени. Плюс они могут вам отказать, сказать, извините, у вас недостаточно полный пакет документов. А бизнес этим пользуется. Вы приходите покупать, допустим, телефон, а вам выдают не фискальный чек, а просто фиктивные документы. И вы по этим документам не напишете, как обычно обманывают людей. Вы покупаете товар, даже вот, допустим, купили или холодильник, или же там вещи какие-то, и вам выдают вроде бы чек, но они могут или в конце написать недействительный чек, или же в шапке написано магазин обуви, да, и вы обувь покупаете. А в магазин обуви никакая проверка не пойдет, там должно быть написано ЧП Петренко, ну ФОП Петренко, ТОВ какой-то там, я не знаю, обувь, одежда, магазин техники, ФОП. ФОП или ТОВ, субъект предпринимательской деятельности. А эти пишут магазин там... красоты. А это по такому документу жалоба никто вам не поможет. И так вся Украина на таком объеме работает. Обманывают потребителя беспощадно. Максим, є така добра поговірка – один в полі не воїн. Да. І, звичайно, ви займаєтесь, мені здається, небезпечною справою. Наприклад, ви йдете на перевірку у якийсь там супермаркет або на ринок, угу, і так далі. У вас повинні бути ваші товариші, такі товариші, так, щоб надійні. Філософія наших проверок, по факту це не проверки, а моніторинг, проверками може займатися государство, которое выходит. Але ви виявляєте факти, да, моніторинг, на якісної продукції. І ми показуємо, що є проблеми. І ви показуєте, що Україна, вона вся... Ну, щоб чиновники наверху посмотрели по телевизору і не увидели, що у них все прекрасно, як вони це розказують, а увидели реальну картинку. Ну, і суть така, щоб показати, на самом деле, з чим сталкивається обычный потребитель без охраны, без какой-то без прикрытия. Вот я захожу и общаюсь, и часто бывает, что просто нападают. Вот та реакция, которая присуща бизнесу. Ты приходишь, говоришь, я у вас там колечко купил, да, или часы купил, или я не знаю, даже носки купил, а тебе начинают рассказывать, что ты не наш покупатель, уходи отсюда и вообще больше не приходи, и куча, огромнейшее количество ужасных слов. Это если тебя еще за шкирки не возьмут и не вытолкают. При этом ты говоришь как приличный человек, то есть ты ему не грубишь, а на тебя сразу нападают. Вот на этом и построено, потому мы делаем такие проверки, и нет, в принципе, никакого у нас физического прикрытия. Допустим,
такі перевірки в Києві я роблю я і ще у мене один помічник. Ну ви згодні зі мною, що це не завжди безпечно? Ну, это опасно. Мы проверяли вот Одессу, 7-й километр и привоз, и приехали просто бандиты. И что? Ну, еще они немножко... Вы договаривались с ними? Мы не договаривались, мы просто нагло действовали, и они смотрят, приехали киевские, ну я же приехал с киевским телеканалом. И они ко мне, я говорю, я просто потребитель, ну то есть я не представляюсь. Я говорю, я ваш покупатель, а там 7-й километр опасен. Чем он опасен? Я подхожу к пожарному уголку, а там огнетушители под замком и металлическая сетка. Я говорю, сейчас тут все начинает гореть. Как этим тушить? Вы зачем закрыли? Ну зачем вы закрыли? Это же для того и предназначено. Начинается пожар, человек может схватить, быстро потушить. Ну что-то не вкрали. Да, все замечательно. Ну, и зачем? Да, и тут вы начинаете искать. А где, кто сегодня старше? А он в туалет ушел. И вы же все бежите в туалет, взять у него ключи, чтобы открыть пожарный уголок и потушить там общую территорию. Или мы зашли в магазины, они же там у них как, вот эти боксы, в два ряда выстроены. Во-первых, кто им разрешил так строить? Это же это явно опасный объект для людей. То есть 7-й километр явно никто не проверяет, это по общему такому признаку. Плюс много просроченные продукты. Это держава в державе. Да, они никому не подчиняются. Потом мы приехали на привоз, там полная антисанитария. Если я в Николаеве ругался, когда мы тут центральный рынок проверяли, они мне вынесли пачку документов, ветеринары выписали пачку и даже не разбирались, они, по-моему, ничего не проверяли. Как я это понял? Я говорю, когда мясо было сделано? Вы его проверяли? Она говорит, проверяла. И выносит мне пачку от ветеринаров с печатями, все красиво. Угу. Простой бы потребитель повелся, скажем так. А я говорю, хорошо, а теперь дайте мне чек о том, что было уплачено за каждую эту проверку. Понимаете, чтобы, допустим, провести экспертизу, нужно провести по кассовому аппарату деньги. Если ты по кассовому аппарату деньги не проводишь, значит, вы их поклали в карман. Если вы их поклали в карман, перед вами просто фиктивная бумажка, которую просто продают за хорошие деньги. Вот так вот центральный рынок и работал. Они мне дают один чек и пачку документов на все ряды мяса. Я говорю, подождите, теперь чек на каждый этот документ, а у них нету. И там началась эта заварушка тогда, ну в том году тоже. А на привозе, что я увидел? На привозе вообще никаких документов нет. Там рыба прямо... Вообще у нас все ж таки якісь документы есть, хотя бы формально, то в Одессе. Да в Одессе дала жару, там просто привоз, я зашел, просто рыбы, большой ассортимент, все красиво, но антисанитария полная. И, к сожалению, ничего в ближайшее время не исправится. Опять же, подъехали бандиты. Ну, это как оно есть. Я просто, знаете, охранник от бандита легко отличить. Охранник, он обычно простой мужик в черной форме, такой уставший, замученный, обычный работяга, который завод встал, он пошел в охрану. Тут приезжают откормленные ребята в спортивной одежде. Ну, и так все понятно, это необычные ребята, эти ребята, которые здесь... Ну, вы понимаете, о чем я. То есть, да, это опасно, но нам просто иногда везет, честно говоря. Но последний раз мы проверяли вообще кафе, ну вроде кафе, да, ты приходишь, платишь деньги за то, чтобы тебя покормили. Тут я захожу, и первое, что я вижу, витрина, да, вот там, где салаты, она разбита, стекло разбито, и сколы пошли, трещины. Понимаете, в чем проблема? Стекло все равно играет, и вот эти вот, да, это стружками стекло падает в продукты питания. Вот оливье, салаты. Человек приходит домой, а у него небо кровоточит, да, или у него, ну, то есть рот кровоточит, или у него проблемы с желудком. Он думает, почему я болею? Потому что кому-то, кто-то зажал поменять стекло, и уже людей кормят стеклом этим. Я говорю, такие точки по Киеву, ну, просто через раз встречаю. В Николаеве это то же самое. Они максимум, что они могут делать, они битое стекло скотчем заклеивают. Это неправильно. Это все нарушение санитарных норм. Но никому дела, к сожалению, нет. Я не знаю, если вам что-то еще спросите, просто тем я много знаю, и мобильные связи жалоба, и трактора люди жалуются, и интернет-магазины, жалоб огромнейшее количество. И не всегда людям поможешь, потому что бизнес очень грамотно обманывает, очень. И государство, когда видит эту жалобу, оно быстро умывает руки. И я еще раз обью один миф, мы думаем, ты обращаешься, и тебе помогут. А статистика за тот год гласит такая, что помогли максимум, там по разным категориям, там, допустим, вещи, обувь, еда, максимум помогли 42% из 100 обратившимся. То есть они даже половине помочь не могут. Сегодня контролирующий орган не может помочь человеку, это просто бред. Я просто знаю, как это выглядит. Если идет звоночек от нужного человека, там идет сразу, это наш человек, помогите ему. То есть там крупный чиновник, какой-то приближенный. А если обычный обыватель приходит, его еще стараются на подходе обмануть. Говорят, да не пишите вы эту жалобу, там смысла нет. Ну, или же просто человек приходит и не знает, что надо сформировать правильный пакет документов для написания жалобы. Потому что нужно
нужен будет чек, какие-нибудь документы сопроводительные. А в контролирующие органы могут это всего не объяснить, потому что кормятся они с этого магазина, потому что этот магазин платит. Вот я знаю, что под Николаеву творится, эти ярмарки тоже приплачут, магазинчики, все кому-то кто-то платит. Николаев, к сожалению, как и любой город, поделен на сектора, и каждый кто-то за что-то отвечает. Потому даже когда выходят контролирующие органы, они или ничего не находят, или люди просто, которые там работают, закрываются. Максим, як ми вже говорили, один в полі не воїн, да. І багато людей, вони входять, обманують їх, обдурюють і так далі. Але все ж таки є якийсь виход, ви проводите постійні рейди. Добре, ви говорите людям, що да. Неякісна продукція, що порушення законодавчих їх прав і прав споживачів. Все це добре. Але ось зараз ми подивились відеосюжет на початку нашої програми. Минув рік, а нічого не змінилось, а навпаки погіршилося лише стан. Або залишився на тому ж рівні. Ну, покупательська способність не виросла, тому товар більше продаватися не став. Просрочка как была, так и присутствует. Я вот только успеваю приезжать и слушать, кто где рыбу с червями купил в Николаеве. Или вот как яйца с червями, которые сейчас по всей стране увидит вся страна, что в Николаеве творится. Я вам так скажу, проблема глубже. Она... Так, ось, давайте, пока у нас есть час, больше глубже. Смотрите, они там наверху проводят реформу образования. Я был в школе, пришел школьникам рассказать семинар, как им нужно действовать в конкретной ситуации. Я говорю, а теперь говорю, кому, кто хочет, пошите в поле, покажем. То есть ситуация выглядит так, что у нас обучают, вот такая вот пачка документов пришла мне, ОБЖ или как где-то там в таком разделе, захист прав споживачів. Я смотрю, бедный этот ребенок, они ему воды столько налили, ненужной информации, это полный маразм. Ребенка нужно необходимо обучить тому, чтобы он мог работать с законом. Закон сам по себе, если его читать, то можно уснуть, но если понимать, что есть права споживачів и обязанности, разделы, что тебе всего лишь необходимо по разделам научиться анализировать закон, найти свои права. Знаете, декілька пунктів, так? Да, 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 пошагово понимать. Чтобы можно было себе захистить. Да, я вот, допустим, в один известную сеть, она в Николаеве тоже присутствует, в центре города, магазин техники. Пришел мужчина, прав на 200%, купил телефон за 32 тысячи гривен, и он не понимал элементарно, он режиссер одного известного канала, он человек с высшим образованием, а он не понимает. Ему говорят, у вас статья 9 закона о защите прав потребителей, мы вам не можем вернуть деньги. Я прихожу, ребята, какая 9 статья? Вы ее в глаза сами читали, а там написано, якісний товар не підлягає возврату, якщо він був у використанні. Я говорю, контрольное слово, якісний. У вас якість брак вон по документам, это статья 8, вы ему должны вернуть деньги. Они такие... Точно. И возвращают человеку деньги. То есть мы должны просто прийти к тому, что школа не должна быть настолько глупой, дурацкой и старой. Ребенка необходимо брать, вести его в супермаркет и показывать. Смотришь сюда, на дату, читаешь колбаса, первый сорт, что такое первый сорт, что такое высший сорт, какие побочные эффекты будут с твоим здоровьем, если ты будешь покупать второй сорт, да? Что будет, если кушать мясо, где витрина разбитая? Покажите, вот разбитая витрина, этот человек нарушает, запомните, не ходите сюда. Саня с самого детства, или пришли, человек торгует обувью с липовыми документами, а вы говорите, кожаная обувь имеет гарантию месяц, модельная, спортивная 60 дней, но если ты купишь у него, гарантии нет. Ты можешь сэкономить 200 гривен, но ты потеряешь гарантию, и если ты, допустим, встанешь в лужу, разойдутся швы, ты поймешь, что обувь некачественная, ты не вернешь. И вот так вот обучать, показывать по документам в поле, тогда дети на выходе, они начнут сами по себе уже понимать, что подождите, а чего вы меня обманываете? Я сейчас полицию вызову, или придет время, когда наступят выборы, и придет какой-нибудь интересный депутат, как они любят, и говорит, да вот я вам все дам. Он задаст вопрос, ребят, все замечательно, ты в магазине был? Посмотри, чем там торгуют. Ты далеко не ходи, не обещай вон порядок в магазине наведи, помоги нам, потому что мы сегодня не можем, как потребители, с вами заставить магазин оштрафовать его. Вот взять, вызвать полицию, чтобы полиция оштрафовала. Есть административный кодекс, где предусмотрены штрафные санкции. Но вызываешь полицию, полиция открывает статью, где у них таких полномочий нет, выписать админпротокол за продажу просроченной продукции. Или же, когда на базаре человека обвешивают, он тоже ничего не может сделать. Максимум, что он может сделать, набить морду. Законы сегодня, к сожалению, ужасные. И надо растить новое поколение, которое скажет, подождите, так жить нельзя. А сегодня наши люди, каждый сам за себя, каждый пытается выжить, друг друга никто не уважает.
И потому нас гнобят, просто нас как бы много, но мы каждый сам за себя. И вот такая ситуация. Ваши порады і нам, і вам, і взагалі, все ж таки, ну добре, що ми будемо вирощувати покоління. Його ще ніхто не ростить навіть. Звичайно, його ще ніхто не ростить. Але все ж таки, от на сьогоднішній день, як бути людям? Самое простое, если вы сознательный потребитель, вас интересуют продукты, выберите для себя несколько сайтов общественных организаций, которые проводят независимые проверки масла, молока, молочки, лаборатории. Я могу назвать хотя бы одну лабораторию просто. Есть такая лаборатория Тест. Есть такая, зайдите на ее сайт, и у них есть, они оглашают, что они нашли. Там подделка масла. Выглядит как масло, по цене масла это спред. Чем это опасно? Они используют такой состав используют, что у девушки возможно бесплодие. То есть, если его постоянно кушать это масло, у молодой девушки не будет детей. То есть, автоматически, то есть, наши предприниматели настолько идиоты, что уже сами идут на то, что сокращают население Украины в перспективе. Потому что, если кушать наши продукты и не понимать, что ты кушаешь, здоровья не будет и наследников нет. Есть такая замечательная организация, как «Споживча довіра». Они мясо, вина тоже проверяют. В Украине, чтобы вы понимали, по подделке продуктов, каждая категория товара от 20 до 70% подделаны. О чем это говорит? О том, что ты покупаешь масло, а тебе какой-то технический жир продают по факту. Ты на вкус уже не понимаешь. Я расскажу, если время есть. Наши ребята делали коньяк. Делали коньяк. И что вы думаете? Я нашим операторам говорю, попробуйте. И все выбирают не настоящий коньяк, а подделанный. Народ подсадили настолько на подделки и фальсификат, что он уже не понимает, где настоящее. Угу. То есть надо быть внимательным, читать состав, почитать хотя бы закон о защите прав потребителей. Он несложный. То есть все ж таки, треба в першу чергу бути уважним. І бути сміливим, і не боятися відмовитись від якогось там покупки. Ну, знати свої права, якщо ти прав не знаєш, то... Добре знати свої права. Максим, спасибі вам, що ви були у нас в студії, спасибо, що ви таки небайдужий. Мені здається, що саме на найбайдужих людях і тримається наш світ. Друзі, сьогодні у нас в студії був виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Будьте уважні і обережні. На все добре.